А перед просмотром видео я хотел бы вам посоветовать канал Джокера. На его канале ты сможешь найти различные прохождения по различным играм. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Amazing Pokeworld. И в принципе, ребята, сейчас, секундочку, дайте-ка я что-то проверю. Да, тут у нас запривачено. Ребяточки, начал я все-таки строить вот второй город, так как... Давайте просто-напросто без слов. Я тпхнусь на спаун, быстренько тпхнусь на спаун. И просто, чтобы без слов даже ничего не говорить, зачем я строю второй город. Просто посмотрите вот сюда, посмотрите вперед, что тут творится перед городом. И я думаю, на все вопросы я уже ответил. Поэтому, ребята, будем строить город мы тут. Вот то, что я сейчас хочу. У нас же есть. Сейчас, секундочку. Вот сразу же давайте заспавним вот тут НПС. Чтобы они тут были, это как бы второй город, да, тут сразу же будут НПСики, можно и так сказать. Только вот только вот это все нафиг нужно поубирать. Вот так, чтобы тут не было. И, в принципе, я думаю, уже, ребята, можно начинать строить второй город. В принципе, я не так брался за этот город, потому что, не знаю, кто-то говорил, будет спаун, кто-то не будет спаун. Но когда я уже точно понял, что не будет спауна, когда уже все, уже 100% что не будет... Какого жопу спауна? Вайпа, что 100% вайпа уже не будет, что... Что, в принципе, все останется так, как есть, что не будут они делать вайп-карт, что все, в принципе, вот сейчас будет так, как оно есть, то я уже решил, что вот действительно можно уже начать строить второй город, и чтобы там было намного все лучше, чем тут, так как тут действительно, можно сказать, уже позакакано все. Позакакано уже все вокруг этого... Вокруг этого уже города, потому что действительно, забыл я там все заприватить, и вот перед... Перед домами, перед спауном, вот уже нереально просто, что тут настроили, ни хрена себе тут аренка. А ну давайте-ка мы туда слетаем. Точно, я же забыл. Так, кто строил арены? Просто многие люди мне писали, вот ты там говорил, что нужно было строить арены, что типа... Я говорил, кто построит там офигенную арену каких-то покемонов, да, того я сделаю гимлидеров. Гимлидером, да. И вот сейчас как раз давайте посмотрим, кто что построил. Потому что не так уж... Есть такие люди, которые действительно знают нереально строить. Есть вот, которые вот так построят, вот. Как этот, например. Вот одна сторона такая, одна такая, вот такая стена и все. Гим готовый, и они надоедают, типа, ну почему я же построил гим, почему ты не хочешь делать меня гим-лидером, да? А вот, например, давайте сейчас посмотрим вот этот стадион. Этот мне уже более-менее так нравится, действительно. Ну, в принципе, такой вход, сейчас мы сюда заходим. Просто то, что тут толком. Ну, в принципе, недостроенный, как я понял, еще. Ладно. Так, что я хотел? Давайте-ка мы пойдем на наш... На наш вот сюда второй город. И тут, ребята, давайте уже позаспауниваем вот этих всех НПС. Так, тут у нас... Обмен валюты сразу же. Если у него все. Да твою ж мать, ты что, прикалываешься? Это все нужно еще будет настраивать. Обмен валюты, допустим. Это все уже у нас есть. И старший скупщик. Нет. Да, и старший скупщик. Твою мать, это все опять нужно будет их цены настраивать. Ладно, так, тут у нас посередине будет, тут 1, 2, 3, 4, у нас 4 тут будут. Так, вот, старший скупщик уже мы поставили, давайте сейчас покупка покеболов. Тут у нас будет покупка покеболов и конфет. Тут у нас будет
Тут у нас будет покупка. Покупка. Чтобы сделать? Покупка различных вещей. И покупка лечилок. Вот. Только вот этого нужно немного уменьшить, а то он что-то нереально какой-то большой. Давайте на пяточку поставим. Вот. Отлично. Сейчас сюда же тоже мы так поставим. Вот сюда. Тут давайте продавец шапок. Нет. Тут продажа лечилок. Тут продажа покеболов. Тут продажа шапок. И тут продажа шапок 2. Отлично. И вот тут продажа строительных материалов. И вот тут продажа строительных материалов. Нет, 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 нет. Так. И вот сюда продажа различных вещей. Вот так. Отлично. Каких еще там у нас не хватает покемонов? Это удалим, покупка, нет, ща. Дайте мастер эволюции, поке шахтер, покупка приконов, покупка лечилок, продавец шапок, продавец шапок 2. Продавец шапок у нас уже. Ладно, это потом я разберусь, ребята, что и как. Потом я это посмотрю. Вот тут действительно у нас будет второй спаун. В принципе, давайте еще раз напишем. Напишем, кто строил арену, и она у него готовая и красивая. Потому что, ребята, действительно, есть такие люди, которые, ну, грубо говоря, не очень так строят, да? А потом еще и надоедают. Да вот, я там построил, а ты не хочешь смотреть. Ладно. Так, ну, в принципе, все, ребята. Я так сказал, что тут у нас будет второй город, и я буду его тут строить. Тут у нас будет главная площадь. Тут у нас будут все НПСы вот так стоять. Я их потом еще расставлю. Нужно вот это все им будет еще в инвентаре понастраивать. Это что такое? Тут, походу, уже кто-то начал строиться, или это уже там было? Нет, по идее, было. Так. Какой дом? Пишут мне, продай дом. Какой дом? Я что-то вообще не догоняю, чего они хотят. Ну, дом, ладно. Я продавал когда-то домы, но уже как бы их нету давным-давно. Поэтому как-то писать, что продай дом, тоже. Пока что их нету, поэтому немного странно. Потом я буду строить, конечно, я в этом городе буду строить, в этом городе буду продавать домы, так как сейчас, в принципе, их просто-напросто нету, да, и нету что продавать. Ну вот, уже люди тут бегают, хотя тут еще не стоит точка спауна, да, то есть начальная. А тем еще это сейчас заделаем, чтобы не было тут такой дырки. Ну, в принципе, я бы уже, ребята, мог поставить тут спаун поинт, то есть чтобы спаун был уже тут, но в принципе не вижу большого смысла, потому что тут еще даже НПСов нету. Когда будет тут НПС, то уже сделаю тут, наверное, второй город. А потом, когда дострою, и как бы потом уже буду сам достраивать уже город, когда уже спаун будет вот тут. Потому что это, мне кажется, еще очень много займет постройка этого города. Ну, в принципе, мне так кажется. Тут у нас площадь такая будет. Вот. В принципе, прикольная такая. Потом тут у нас стадион будет, да? Тут у нас различные вещи будут. В принципе, вот в этом городе действительно я буду делать дома и буду их вот тут продавать. Ребят, не буду я выходить с ваниша, не вижу смысла, чтобы опять начали флудить в чат, чтобы опять начали писать ТП.
Так. Ну. Потому что есть такие люди, которые просто нереально надоедают, что когда уже там будет арены смотреть, а вот сейчас никто не пишет, есть арены, нет, будет делать арену, а мне уже нужна арена, которая есть. Нормальные арены, не кубики всякие, квадратики с нарисованным на полу покемоном, покеболом и все. Какой дом, ребят? Вы уже задрали, если честно. Ладно, не то, что задрали, но просто какой дом? Просто человек сам не знает, какой дом он хочет и достает, что продай мне дом. Какой дом? Нету домов. Когда будет второй город, тогда буду продавать дома. Так, ну что, давайте идемте посмотрим, какая у него арена. Ладно, сейчас, давайте к другому. Ты пехнемся? Ну, я не скажу, что прям такая арена, которая, ну просто нереально, вот вход вообще крутой. А, ребята, ребята. Не. Ладно. Есть люди, которые действительно строят нормальные арены, но есть люди, которые просто строят что-то, но. Вот этого чувака я знаю, что он что-то там построил, давайте к нему тпкнемся. Он уже давно там пишет, что. Вот, да. Не будет ни. Так. Я вышел с ваниша, нет? Да, выключено. Так. Ну, в принципе. В принципе. Так. Сейчас. Так, вот это вот сюда. Где он? Своих по. Давай, показывай. Посмотрим, что у него вообще за покемоны, да, если он. В принципе, если у него нормальные. Правила ему знаешь вообще, кто выиграет, тот тому даешь значок. Ну, так, сейчас. Хит. В принципе, вулкану бач, да, вот этот.
Какая? Ну? Так, ладно. Ни хрена не понял. Не понял нифига. Ты написал Белдума. Я тебе выдали Белдума. Все? А что, ты там уже не можешь эволюционировать? Это уже... Просил. А приз был сотого. И выдали... Так. Им официальным. Но если будешь раздавать значки или продавать, будет бан. Потому что я, наверное, ребят, за значки сделаю какие-то там продажи, например, за какой-то огненный значок ты сможешь себе купить там какого-то Шармандера, чай, Шайни, что-то такое. Иди туда. Так. Есть первый официальный им. Его лидер. Так. Ну сначала иди туда. Так, тпхаемся к нему. Так, ладно, он еще туда не дошел. Но, в принципе... В принципе, есть уже первый есть уже первый гимн, но, в принципе, ребята, если хотите, то можете строить. Вот что я думаю. Арена не очень. Так, что я хотел, что я хотел? Так, сейчас. ТП. Давайте к нему ТПхнемся. Ну? Ух, это еще лететь нужно. Так, сейчас, ребят, я уже вообще запутался. Показывай свою арену. Да чё ты... А, и где она? Ну. Воздушная арена.
Да ну чё ты прикалываешься-то? Ух, ну гим. Ну чё вы-то тупите, ребята, но у меня времени-то нету. Ну показывай уже. Не... Давайте, 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 давайте. Вот что я, в принципе, ребята, думаю, это то, что вот эти все гимны, да, когда строят, потом, наверное, вот эти гимны, да, которые будут гим-лидеры, сейчас. Я потом перенесу вот эти все гимны на наш новый город, и, в принципе, гимны будут на том городе, и вот там, можно сказать, будут вот эти все гим-лидеры, прям там на новом городе. Но я потом как-то посмотрю, как это все можно достроить. Сейчас. Куда дострою город? Я там, наверное, буду делать гимы, и там будут все гим-лидеры. Да ты прикалывайся, твою мать! Охренеть! Строю город. Наверное, буду строить там гимы. И все гим-лидеры будут там. Просто то, что, ребята, есть такая фишка, что я бы хотел, например, за эти же значки, да, то есть за эти значки, ну, которые будут гим-лидеры, да, выдавать. То есть сделать за них какой-то специальный магазин, да, то есть там магазин гим-лидеров. И когда кто-то побеждает против какого-то гим-лидера, да, он выдает ему вот тот же значок. И, в принципе, потом за этот значок ты можешь, например, что-то покупать. Например, какой-то значок с одного гимлидера, ты себе там можешь получить там шайни какого-то покемона. Например, огненный гимлидер, да? Ты выиграл у него значок, и ты сможешь получить шайни покемона. Например, огненный, да, и огненный шайни покемон. И, в принципе, вот просто то, что я думаю, что есть такие люди, которые будут, можно сказать, немного махлевать, потому что они могут, например, построить какой-то офигенный гим, да, я им выдам значок, но потом эти значки они будут или раздавать направо-налево своим друзьям, или просто-напросто продавать значки. Вот там значок гим-лидера, то есть он гим-лидер, да, то есть он гим-лидер, и он как бы, о, типа он гим-лидер, все, я продаю значки, вот тебе один значок, там, давай мне за значок, там, какого-то покемона сотого уровня, или шайни, я тебе дам значок, и за тот значок ты сможешь себе что-то там купить в магазине. Просто могут и такие люди быть, фиг его знает. Вот просто то, что из-за этого и не хочу делать всех сразу же гим-лидером, поэтому нужно немного посмотреть, что и как будут вообще справляться. Ну, в принципе, ну иди ты уже сюда. Так. Капуих, или как там? Так. Правила ей расскажешь. Если будет лишний значок у кого-то, бан. Ну не то, что бан, просто заберу значок или заберу все значки
И гимны тоже. В принципе, ребята, то, что я сейчас думаю, сейчас, секундочку. Там, где будет новый город. Новый. Строй там. Возле него. Любой. В принципе, уже есть два гима. Так. Огонь. Огненный. И воздушный. Так, вот сейчас уже лучше вот так написать. Какой водный гимн? Ладно, ребята, в принципе, вот когда я дострою вот тут этот город, может, я, в принципе, сделаю тут выживание на этом сервере, посмотрим. Потому что сейчас, если честно, и времени так нету, и, в принципе, нужно достроить этот город. Ну, в принципе, ребят, давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.